Ну, здесь как-то вот так вот выкобениваться смысла нет, да? Все равно до гаража придется ехать. Ставить там все, что нужно для перевозки леса и так далее. В общем, все понятно. Это пока здесь стоял на месте, он просто уже зарылся. Или просто с места в горку не может двинуться. С чего вдруг непонятно. Все, одно из заданий выполнено. Теперь осталось только одно, потому что я не собираюсь здесь гаражи эти фигарить туда-сюда. Ну, хотя это требует-то, наверное, не так уж и много. Я думаю, 4 очка можно, в принципе, кое-как там запихнуть. Ты решил на нормальной дороге закопаться. Парень, ты класс. Что с этой почвой не так? Вот в чем вопрос. А не в том, быть или не быть. Да, давай, столкнись еще со всем, чем можно. Если мы с бревнами здесь будем. Так, я еще не помню, сколько бортовой этот кузов очков перевозки бревна дает, и сколько... Нормально ушатываешь. Сколько дает... Как его? Ну, сцепка такая нормальная. Потому что если уж я поехал за этим мазом, то я уж, наверное, поехал за тем, чтобы сцепку тащить. Без всяких компромиссов. Кстати, между прочим, почти уже доехал. Я надеюсь, что сцепка дает 8 очков. Иначе я заколебусь. А тот масс второй можно приладить под цистерну. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Гребаный монстр. А заправиться не? То есть нельзя на этой фигне возить. А почему? На старом маде только что ли можно? Нафига мне эти, извините, ремонтные части? Вы упоролись совсем, что ли? Нафига они мне? Ой, что за подстава-то за подставой? И что, вот зачем мне сцепка? Что я на этом ведре буду таскать? Сцепку им. Дали мне сцепку. Что я с этой сцепкой буду делать? Хм. Интересные ребята. Теперь еще и старую модель таскать. Куда хоть, в какую сторону? Прям направо, ладно. Поехали, я не знаю, это какой-то трындец. На этой, типа, миссии нельзя таскать, потому что я там что-то какую-то врубал карту. Там можно было установить бортовой прицеп и так далее и тому подобное. А здесь нельзя. Это точно не вот тот масс, не вот этот вот. На этот вряд ли что-то можно установить. Если только вот реально полуприцеп за собой тягать. А вдруг на мазе здесь вообще в этой миссии ни черта нельзя таскать?
Это нафига не нужно? И зачем все эти хлопоты? Еще один вопрос, скажем так. Так, ладно, там развернусь. Погнали! Месить деревья. Так. Пониженную, полный привод есть, дифференциал блокирован, все вперед. Застревать не должен. Ты издеваешься, что ли? Ну какой ты масс, если ты еле едешь? Нафига было делать в игре масс, если сделали его так, что он не едет? Только по шоссейке там что-то разогнался нормально. Все, на этом возможности, перспективы ТД и ТП закончились. Опять не едет. Вперед. Все, встал. Ладно, убедил. Ну, мазы здесь вместо бульдозеров прыть отлично могут. А вот ехать не всегда. А еще очень хорошо жрут топливо. Что, дровишка, судя по всему, придется по этому маршруту возить. Больше на маршрутов я не вижу. Нормально. Либо там через лес пробираться. Ну, спорный довольно-таки момент. Чё? Двух осей не хватает, что ли? Таких огромных. Наоборот же хорошо, что передние колеса не зарываются. Он еле едет. Ну ладно, ладно, на тебе полный привод. Мне сейчас направо, да? Ну, этот телег хотя бы покороче, вон, видите, где мы разворачивались, по-моему, на мазе предыдущем. Ну, или то ли это следы от Зила. Но маз-то явно, конечно. Любит занять всю полосу, когда разворачивается. Причем очень надолго любит занять. Такс. Ну, наконец-то. Хоть что-то. Прицеп-роспуск. Ладно. Погодите. Ну вот, этот цистерновоз как раз. Вот вам зачем и сцепка. Все с вами понятно.
Вот. Вот что я хотел видеть. На этой прекрасной машине. Замена Урала. Тут бы еще херь. Возила бы лучше цистерна, не какие-то там непонятные. Непонятно чего. Тогда бы от нее было больше пользы. Вот это, конечно, еще более брутально, чем Урал выглядит с платформы для возки леса. Это полная жесть какая-то. По проходимости это вдобавок полная жесть какая-то. Я проехал, что ли? Нет, я не проехал. Заправиться же надо, правильно? Нет, я еще не проехал. Паникую. Волнуюсь, паникую, все дела. Тихо. Меня чуть дифференциал не наказал. За то, что я его не выключил. А я ехать без него не могу. Машина тяжеленькая. Усаживается только так. Естественно, это не ЗИЛ с огромной цистерной. Само собой понятно, что здесь проблем не будет никаких. С преодолением этого препятствия. Хотя на Урал он проходимости похож. Только более неповоротливый. Я не знаю, улучшает ли радиус разворота отключенный дифференциал. В реальной жизни это должен улучшать, естественно. А вот здесь не знаю, но что-то как-то не особо, по-моему. Что, развернулись. На обратном пути у меня никакого желания сюда возвращаться нету, естественно. С бревнами еще покруче будет разворачиваться. С бревнами то я не развернулся бы вообще. Ну жаль, что та фигня-то не может быть использована под проводку цистерны. Хотя бред полнейший на самом деле. Это новый МАЗ. Старый МАЗ может все. Новый не может ничего. Нафига? Я не понимаю. Вот это было бы шикарно просто, если бы мы на этом бы возили там лес. Цистерну бы еще было шикарно. Новый МАЗ это, ну то есть...